В Армавире более 4600 человек применяют льготный налоговый режим. Вместо патента налога на доходы физических лиц или платежа по упрощенной системе они перечисляют в казну всего 4% от расчетов с покупателями или 6% от договоров с организациями. На сегодняшний момент по межрайонной инспекции у нас зарегистрировано 7560 физических лиц, которые имеют такой статус, и конкретно по городу Армавиру 4610 налогоплательщиков. Они самостоятельно регистрируются в качестве плательщика налога на профессиональный доход в приложении, которое могут скачать на свой мобильный телефон, называется приложение «Мой налог». В приложении «Мой налог» проходят все операции, регистрируются чеки и автоматически рассчитывается платеж. Снятие с учета также без визита в инспекцию. Статус самозанятого подходит тем, кто продает личные услуги или товары собственного производства без трудовых договоров с заказчиком и наемными работниками. Годовой доход при этом не должен превышать 2 400 000 рублей. На сегодняшний момент это наиболее льготный режим налогообложения для физических лиц, которые оказывают услуги населению, не имеют наемных работников, то есть самостоятельно своими силами осуществляют, выполняют виды услуг. Не может быть плательщиком налога на профессиональный доход физическое лицо, которое занимается перепродажей чего-либо. Отсутствие отчетности, необязательные страховые и пенсионные взносы и оплата по факту – основные плюсы налога на профессиональный доход. Тем, кто работает на фрилансе или удаленке, легальный статус позволяет получать заказы от крупных и перспективных компаний. А начинающие бизнесмены без статуса ИП могут рассчитывать на меры поддержки от государства, в том числе льготные займы. Также у самозанятых сохраняется часть федеральных и региональных льгот и право на налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. Инна Лепеткина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 Армавир.